Телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской» напоминает о правилах поведения на воде во время купания. Купаться в нетрезвом виде опасно для жизни. По статистике, каждый четвертый утонувший был в состоянии алкогольного опьянения. В это время у человека повышается давление. При резком погружении в воду происходит перепад температур, обморок в результате утопления. Кроме того, у нетрезвого человека нарушена координация движений, может произойти спазм сосудов, судороги, что также может привести к трагедии. Администрация Самарского района приглашает жителей принять участие в общественном голосовании по отбору территорий для благоустройства в 2023 году по программе «Твой конструктор двора». Сделать это можно уже сейчас на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Голосование продлится до 4 сентября. В администрации Советского района рассказывают, как правильно пользоваться электросамокатами. На них запрещено ездить с высокой скоростью, передвигаться по дорогам для автомобилей, прыгать через препятствия, ездить вдвоем. Кроме того, не рекомендуется перевозить тяжести, которые могут повлиять на траекторию движения, а также перемещаться в дождь.